Ну а сегодня я, как и все вы, заперта в четырех стенах. И это мне дается не просто, потому что я человек активный. Участница Олимпийских игр в Лондоне и Пекине Ольга Курбан прямо из дома ведет тренировку. Для занятий нужен коврик, часы и буквально 5 минут времени. Ольга открывает онлайн-проект регионального министерства спорта. Известные спортсмены области будут давать свои рекомендации, как на самоизоляции провести время с пользой. На онлайн-режим перешли и многие крупные фитнес-центры города. Теперь тренироваться можно, не отходя от дивана. Улица Сен-Дени, по которой мы сейчас идем, это древняя римская дорога. Конечно, античное покрытие не сохранилось. Прогуляться по Парижу или Тульскому Кремлю, а может, на Байкал? Серию онлайн-экскурсий запустили русские гиды по всему миру. Под хэштегами «Гид на карантине» и «Карантин Тревел» можно посмотреть множество мест, где вы еще не бывали. В акции участвуют и наши гиды. 1 апреля целый день они будут рассказывать о Байкале и Иркутске. Мы с иркутскими и байкальскими гидами решили поддержать эту инициативу, и 1 апреля для вас пройдут экскурсии в режиме онлайн. За нашим местным иркутским расписанием вы можете следить в Instagram по хэштегу InstaGidBaikal. Мы призываем вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, а мы попытаемся скрасить ваш досуг. В сети будут трудиться и актеры Иркутского театра «Пилигримов». Совсем недавно они показали трансляцию одной из своих рок-опер, а еще подготовили серию мастер-классов по актерскому мастерству и сценической речи. Занятия можно будет увидеть в инстаграм-аккаунте «Пилигримов». А Иркутское театральное училище на своем сайте разместило афишу на апрель. Трансляции выпускных спектаклей 2018 и 2019 года можно посмотреть на YouTube-канале училища. Любимые сказки увидят и маленькие зрители театра «Кукол Аистенок». Он уже ведет трансляции своих спектаклей онлайн. Ирина Белогривая, ну а вы оставайтесь дома и смотрите АИС ТВ.